С вами канал Science Daily, новости науки и космоса. Космический телескоп НАСА имени Джеймса Уэбба наконец достиг своей орбиты, но пройдет еще некоторое время, прежде чем обсерватория стоимостью 10 миллиардов долларов начнет свою научную работу. В понедельник, 24 января, Уэбб вышел на орбиту вокруг точки Лагранжа Земля-Солнце. Эта гравитационно-стабильная точка в космосе находится на расстоянии в 1,5 миллиона километров от нашей планеты. Прибытие завершило месячное путешествие долгожданной обсерватории. В течение следующих 5 месяцев команда Уэбба будет работать над 2 важными задачами. Во-первых, это точное выравнивание 6-угольных сегментов первичного зеркала телескопа, которое должно начаться уже на следующей неделе. Затем команда Уэбба выровняет первичное зеркало относительно вторичного зеркала телескопа. После чего начнется проверка и калибровка всех инструментов Уэбба, а их на борту телескопа немало. Это камера ближнего инфракрасного диапазона. Она позволит обнаруживать свет от самых ранних звезд и галактик на стадии их формирования. Прибор для работы в среднем диапазоне инфракрасного излучения, который также позволит исследовать формирование новых звезд и увидеть слабо видимые кометы. Спектрограф ближнего инфракрасного диапазона, который позволит получать информацию как о физических свойствах исследуемых объектов, например, температуре и массе, так и об их химическом составе. Датчик точного наведения обсерватории необходимы для получения изображений высокого качества. А также устройство формирования изображения в ближнем инфракрасном диапазоне и бесщелевой спектрограф, которые позволят обнаруживать экзопланеты и исследовать их характеристики. Оставайтесь на моем канале, и мы будем вместе следить за этими и многими другими научно-космическими новостями.